Мегамарш в вышиванках. На выходных по центральным улицам города прошло уже традиционное шествие. Участие в нем приняли более 500 человек, в том числе чиновники и правоохранители. Колонна с национальными флагами прошла от пассажа на Дерибасовской до парка Шевченко. Организаторы говорят, основная цель этого мероприятия – нести украинскую культуру в массы и заряжать всех любовью и хорошим настроением. Для меня это день, когда единомышленники встречаются. Мы все в разных направлениях работаем, но здесь сходимся с одной идеей. Шостий рік поспіль одесити і гості міста виходять на вулиці центру міста, йдуть такою святковою ходою. Особливістю цього мегамаршу було те, що ми запросили хор та оркестр ВМС України і заспівали з ними версію нового гімну ЗСУ України.